верно ли, что на рынке появился заменитель вспененной изоляции из синтетического каучука? В рамках новой рубрики «Правда или ложь» сегодня мы исследуем образцы теплоизоляционных материалов на параметр максимальной температуры применения. Образец номер один – вспененный каучук Кафлекс СТ. Образец номер два – вспененный пластомер. Путем повышения температуры среды будет проведено испытание материалов при температуре до 110 градусов по Цельсию. Максимальной температуры применения вспененного каучука Кафлекс СТ. Материал прошел испытание при температуре 110 градусов по Цельсию. Визуальных изменений не наблюдается. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, материал к дальнейшей эксплуатации не пригоден. Упс. По итогам испытания можем заключить. Вспененный пластомер не может работать при температуре применения вспененного каучука. И считать его аналогом материала Кафлекс СТ нельзя. Кафлекс. Innovation in insulation.